С добрым утром, дорогая редакция! В гостях у сотрудников СМИ окружной депутат. Виктор Казарин пришел с приятной миссией – поздравить телерадиокомпанию «Вектор» с победой в окружном конкурсе «Ямальский парламент». Награды за участие в профессиональных конкурсах всегда получаются очень приятно. Но я, как правило, отмечаю, что работаем мы все-таки не для участия в конкурсах, а в первую очередь для того, чтобы донести населению информацию, как только появляется информационный повод. Здорово, что в Губкинском, несмотря на отдаленность нас от Салехарда, депутаты действительно работают, и их деятельность мы можем показать в своих материалах. Я хочу проверить, как у вас система работает. Скриншотик. Так, все есть. Сейчас сверим ваши данные. Следующая встреча в фитнес-клубе «Вершина». Виктор Казарин решил узнать, как он работает в условиях ограничительных мер. Посетить клуб можно, предъявив QR-код. В рамках визита Виктор Казарин осмотрел тренажерные залы фитнес-клуба и отметил должное соблюдение мер безопасности. В каждом помещении проводят дезинфекцию, состояние здоровья работников и посетителей на контроле. Эта сфера такая самая уязвимая с точки зрения оборота, с точки зрения поддержания жизнедеятельности. И хотел тоже понять, как вот с учетом объявленных ограничений сегодня функционирует этот фитнес-клуб. Проговорили. Увидел, что система работает, настрой рабочий. Рабочий визит Виктора Казарина продолжился в местном отделении партии «Единая Россия». Подробнее об этом мы расскажем в следующих выпусках новостей. Валерий Усманов, Зинаида Исаева, Олег Короткевич, Денис Гимп. Новости Губкинского.